автосалоне в Москве АвтоВАЗ показал необычную машину, которая получила название «Эллада». Внешне похожая на обычную «Калину», но буквы «Л» говорят о том, что это электромобиль. Но главная новость заключается в том, что АвтоВАЗ объявил о намерении начать серийный выпуск этой машины. Пока завод собирается сделать 100 машин, которые будут предназначены для эксплуатации в такси. Причем это будут такси для конкретного региона. Предполагается, что машины начнут возить пассажиров в районе Кавказских минеральных вод. Однако нужно четко понимать, что в России нет инфраструктуры для эксплуатации электромобилей. Ведь запас хода той же «Эллады» составляет 140-150 километров, и это при идеальных условиях. В реальности одна такая машина на деле сможет проехать не более сотни километров. А потом ее придется заряжать целых 8 часов. То есть одному таксисту при постоянном наличии клиентуры потребуется иметь в запасе 3-4 электромобиля, каждый из которых будет стоить, по предварительным расчетам, около 30 тысяч евро. We'll be right back.